вы снег кидаете лопатой или у вас есть снегоуборщик? Ну, сам-то я пользуюсь, конечно, лопатой, но вот эти снегоуборщики меня просили посмотреть товариществе, потому что товариществе работы много для прочистки внутренних дорог. Так, вот эти вот это аккумуляторные снегоуборщики, удобно, в общем-то, провод не таскается, а это именно с проводом электрический, ну, если розетка недалеко, то почему бы нет. Так, а вот это уже с двигателем внутреннего сгорания, мощные штуки, да, вот эту вот дорогу вообще уберет и достаточно быстро, но только надо маслом заправлять, бензином заправлять, обслуживать, треску, конечно, много, но я думаю, это даже выгоднее, чем трактор или грейдер нанимать для того, чтобы внутренние дороги очистить. Поэтому если товарищество большое, то, конечно, это самая такая удобная штука. Вот это вот там цена видна, 72 тысячи. Да, серьезная, да, штучка. Я бы, в принципе, даже на ней остановился. Если, конечно, удастся деньги собрать, потому что у нас товарищество большое, даже их несколько слившихся. Я думаю, другие бы тоже поучаствовали. Ну и, конечно, прослужат такие снегоуборщики долго-долго. Ну, а эти тоже хороши, ну, если товарищество маленькое совсем, либо для частника просто вот дорогу рядом с участком прочистить. Ну, а это вообще такая финтифлюшка. Видите, это тоже снегоуборщик, аккумулятор 13 тысяч. Ну, скорее все-таки лопатой проще, чем вот этим снегоуборщиком. Ну, это же я для хохма, что называется, показал. Может, кому-то понравится. Тоже можно купить